Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня будем проходить Poppy Playtime, глава номер 3. Если опять кушать, приятного аппетита, мы начинаем прохождение. Так, давайте посмотрим, что они здесь вообще сделали, потому что я вторую часть не проходил, а первую прошел. Если вы хотите, чтобы я и прошел вторую, даже если вы не хотите, я все равно пройду, но решил пройти третью. Так, давайте вспоминать, что у нас вообще здесь за управление. Это левая рука, правая. Так, насколько я вижу, стенка сжимается. Так, опа. Окей. Нифига себе, с самого начала уже начинают какие-то приколюхи происходить. Так, что здесь дальше? Поищи рядом предметы, которые помогут тебе подтянуться, зажимая левую или правую кнопку мыши. Ага, вижу, вижу, вижу. Ага, отлично. Да. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться... Не забывай ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Так, здесь что, нам нужно прыгать по поршням. Опа, есть. Ой-ой-ой. Так, я понял, что спешить не надо. Давайте не будем спешить. Мне интересно, если я проиграю, буду с самого начала играть, или будет какая-то сохраненная точка? Есть. Есть. Ага, я вижу, нам туда. И сейчас я немножко переживаю, потому что мне написали, что игра немножко сложная. Вот это мы сейчас как раз с вами и узнаем. Отлично. Так, а фонарика нету? Как-то темновато немножко. Не, ну вроде бы нормально. Зажмите Ctrl для переседания. Так, зажали. Мне интересно, в этой части я увижу этого бешеного кота или нет? Даже скажу, не в этой части, а в этом прохождении. В первой части этой игры. Подождите, а там мне ничего не надо было сделать? Давайте посмотрим, ничего не пропустил. Экс. Блин, ну, первое впечатление очень классно. Настроение офигенно для прохождения. Потому что я еще ни разу не проиграл. А если проиграю, жопа, конечно, сгорит. Так, сюда ничего нельзя? Так, я понял, все, идем туда. Так, здесь ничего не работает? Какие звуки прикольные. Надеюсь, я со звуком угадал. Опа, я уже что-то слышал. Тут же как, код дремот у нас будет. Кто это тут все разломал? Че всего поломанного? Так, сохранение. Значит, здесь я могу проиграть. Да, мне надо быстро по этим прыгать поршням. Давайте поймем, как оно здесь устроено. Так, первый. Второй. Третий. Сюда. Есть. Так, так, так. Прикольно сделано. Понь. Понь. И! Ох ты, ёба, я чуть не упал. Так. А как дальше у нас? А, я вижу. Тихо, стопэ, 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 я понял. Есть, теперь мы едем сюда. Так, сюда. Контролом, да? Еще подписчики писали, что будут сложные загадки. Всегда в таких вентиляциях какая-то может происходить жопа. Чудо, я такое предчувствие не очень хорошее. Экс, тут ничего нету. Так, и здесь ничего нету. А может сюда? Ага, понял. Так. Нам нужно сюда положить... Размести батареи в розетку, чтобы подвести энергию. Хорошо. Одна есть. А, даже ящички можно открывать. А ну раз одна лежала здесь, значит тут еще какая-то может лежать. Давайте посмотрим, видите. Я могу сразу две открыть? Ага, только не две двери одновременно. Так, ладно, здесь нифига нету, я уже понял. Стулья могу разместить бы так, но это уже мы поняли. Есть. О, вот батарея есть, я вижу. Так, ну это как обучение у нас, первая пока мисс загадка. Надеюсь, дальше не будет сильно сложно, я смогу все пройти. Эй, руку отдай.
О! Я Буба Слоник! Я тебя помню! Слон ничего не забывает. Прикольная озвучка. Экс, что у нас здесь дальше? Так, а подсказка будет? Так, телефон какой-то звонит. Один телефон звонит. Один, два. Так, это, ну это наверху. По звуку слышно, что вверху где-то он звонит. А тут? Что нет? Так, непонятно. Стоп, что нам делать здесь? А может сюда? Отсюда я пришел. Может... Нет? Так, ну давайте еще наверх. Может что-то не то нажал. Блин, ну темно, фонарика не хватает, реально. Дайте фонарик. Так, нереально. Так, давайте вникать. Не понял, что здесь делать нам нужно. Надеюсь, что кто проходил эту игру, не будет с меня сильно ржать. Потому что я реально не понимаю, что делать. Камера. А может лифт? На Е? Лифт? Нет, не работает. Так, ну давайте. Здесь ничего. Блин, ну реально темно. Так, давайте вернемся. Посмотрим, может что-то пропустил? Так, ну здесь мы все сделали. А я могу сюда попасть как-то? Нет. Да слышу, слышу, ты звонишь. О, сюда можно кассеты вставлять? Так, здесь получается можно открывать какой-то сюжет, находя кассеты. Я могу назад забрать энергию? Не, не могу. Ну ладно, идем сюда. Так, что-то не въезжаю, что здесь делать надо. Правой кнопкой мыши переносить электричество. Так, понял. Блин, а подсказки есть? Как я мог догадаться, что надо делать? Как? Ты же экстрасенс, что ли? Так, ну закрыто. Так, ну, сюда надо нам вставить батарею. О, прям очевидно слышно звук. А во! Эй, ты слышишь? Вижу, ты в растерянности. Не хочу твоей смерти, поэтому помогу тебе. Смотри. Там на дальней стене труба. Приготовься. Бабах. Используй эту батарею, чтобы открыть дверь. Ага. Тут немножко надо быть очень таким умным. Надеюсь, это про меня. Так, дверь открылась. Ё-моё, что здесь произошло? Ух ты! Это твоих рук дело? Я ничего не делал. Наверное, там кот Дремот тебя и нашел. Ты, наверное, злишься на Поппи из-за этого, что она помешала. Просто ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Ты наша цель. Вместе сможем спасти много людей. В том числе и тебя. Приют прямо по курсу. Там живет кот Дремот. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было 8, кажется. Остался только один. Приют для него, святое место, это зона охоты. Там он делает все, что захочет. Поспеши, будем на связи. Меня, кстати, зовут Олли. Приятно познакомиться. Спасибо. Мне тоже приятно познакомиться. Так, подожди, а тут какая-то телега? Ну ничего нету. Хорошо, давайте продвигаться дальше. Так. Если честно, я первую сюжетку вообще не помню, что там было. Помню, что это какие-то бешеные игрушки. Странные игрушки, реально. Реально стрёмные. Я их даже когда видел в реальности у ребенка в руках... То не стрёмные, зачем такую игру, игры детям продавать? Вообще не уезжаю. Так, что нам тут нужно делать? Давайте дальше вникать, разбираться. Так, сюда могу пройти? Нет.
А, вот вижу. Там. Ага, вот сюда вижу. Так, давайте посмотрим. Здесь ничего я не пропустил. Есть. Схвати ручку и поверни луч при помощи Q и E. Так, вот, ребятушки, начались загадки. Так. Так, стопэ. Если я нажимаю, рука летит сюда, а нам нужно сюда. Давайте. Так. Так. Так? Ага, стоп. Ребятушки, сейчас. Во-во-во-во. Есть. Есть. И... Отлично. Блин, если честно, думал, буду жестче тупить. Ничего, получается все у меня. Так, может мне сюда? Ага, мы, значит, запустили энергию, мы теперь можем сюда пройти. Потому что, помните, я пробовал пройти, не получилось. Так, сохранение. Надеюсь, сейчас не будет этого кота. Хотя, на самом деле, я хочу, чтобы был кот. Я хочу поубегать и пострадать. Так, что-то бегает? А, там мыши бегают. Во! Так, один раз я, получается, цепляюсь, второй раз нажимаю, это действие. Не сработало, что ли? А, понял. Так, отлично. Напишите, ребята, в комментариях, вообще длинная эта игра или нет? Мне даже реально интересно. За сколько я ее так пройду, если будут мои прохождения по минут 40? Так, мне рюкзачок этот можно взять? Здравствуйте. Меня зовут Эллиот Людвиг. Глядя на современный мир, как вы считаете, чего ему больше всего не достает? Я как раз... Денег мне никогда не хватает. Блин, не успел прочитать. Меня вот никто не понимает. Веры народ совсем не потерял. Ответы были разными, и в каждом была своя доля правды. Но никто не упомянул одну важную вещь. О ней все забыли. Никто не вспомнит про улыбку. А все? Улыбка выражает надежду. Улыбка выражает любовь. Улыбка выражает понимание. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбки. Я тоже могу как дурачок смеяться. Я счастлив быть тем, кто пробуждает в них надежды и мечты. Ведь только надежды и мечты помогут вам создать лучшую версию мира. Мир, где детям ничего бояться. Где дети живут под защитой. И вообще, без детей не было бы ни одной компании, ни игрушек. Эти дети созданы, чтобы улыбаться, чтобы любить. Они заслуживают жить дома в безопасности. Они заслуживают жить дома... А, это уже был... Основатель компании Playtime Co. с огромной радостью сообщает об открытии... Приюта! Это наш собственный интернат при фабрике. И это не просто интернат. Это школа, место для игр. Место, где тебя рады. Это наша собственная подземная экосистема. Где каждая деталь создана, чтобы вызывать у детей улыбку. Учителя и советники, отцы и матери. Тут есть все, что необходимо. Пусть ваш... Наш приют приносит радость, вдохновение, улыбки всем, кто здесь оказывается. Ведь если не улыбаться, зачем тогда жить? Согласен, я люблю поржать. Все? Так, получается, когда была вот эта вот заставочка, в это время прогружался мир. Так, опять телефон звонит. А, я же телефон взял. Эй, это я, Олли. Лёва тут, правда? Раньше здесь жили дети. И что с ними стало? Ну ладно, видишь статую в центре комнаты? Иди по ступенькам. Под ней там есть одна любопытная комната, которая пытает весь приют. Могу дать от нее ключ. Давай. Так, вот эта статуя, правильно?
Блин, ну прикольно сделан, ребят. Просто обалденно. Давайте будем дальше проходить. Пока мест на самом деле игра очень меня зацепила и нравится. Ну блин, ну а где там скримеры, фигимеры? Ничего нет этого. Привет, я цыпленок Пинака. Может, погуляем на улице? Экс, это не то. Это не то. Хорошо, давайте дальше смотреть. Где у нас статуя посредине? И под ней есть комната. Там мне дадут ключ. Может, вот это? О, а, странно, дверь открылась. Так, так. Графончик классный, на самом деле. Офигенно все смотрится, такая стилистика интересная. Ага, подожди. Подожди, подожди, а тут ключ? А, вот, да, ключ висит. Как мне его открыть? Так, смотрим, что мне для этого надо. Что? Здесь ничего. Может, здесь? Нет. Так, оттуда я пришел. Может, а, это двери просто. Может, здесь что-то? Это табуретка вонючая. Господи, все так легко. Я как дурачок все доживаю. Так, снаряжение. Нажми Tab, чтобы открыть инвентарь. Один, два. О, что ж, ключ у тебя. Теперь, наверное, тебе мучает вопрос. Отчего этот ключ? Иди назад, ты увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Так, ну, возвращаемся назад. Хорош, понял. Текс. А я сюда вроде? Подожди, нет. Нет, не отсюда, я обошел по кругу. О, Poppy Playtime здесь. Все такое разрушено, очень атмосферно сделано. Отсюда вроде бы я приехал, не? Дверь закрыта. Ну да. Слева от меня, от вагонетки. Что там будет? Дверь какая-то будет. Давайте искать. Вы же здесь? Нет? Сейчас найдем. Да все будет. А, меня послышало, там уже кто-то ходит. Так, закрыто. А ну-ка сюда, может? Ага. Так через текстуры перепрыгнуть невозможно. Давайте сюда сходим. Так, тут тоже ничего. Так, стоп, я запутался, блин, в трех столбах. Давайте возвращаться. Здесь я правильно все делаю. Ну да, вроде бы сюда. Да-да-да. Мне кажется, вот эта вот дверь очень похожа, что она сейчас откроется. А мне никак не надо ключ использовать. Потому что я прям вижу, там он... Этот, есть эта штука. Снаряжение. Ну... Ну, очевидно. Может, я отсюда как раз и приехал? Да, не, вроде бы. Я могу спрыгнуть? Отлично. Ну, давайте дальше искать. Слева. Видишь, еще стороны путают. Может, сюда все-таки? Очень похоже, что сюда. Ну, я надеюсь, ключ не надо как-то использовать. Он сам используется, правильно? Давайте сюда сходим. Так прям подсвечивается. Прям очевидно, что сюда. Не знаю почему, но я вот так тоже сделал. Ну да, все отлично. Блин, я уже думал, кот сейчас выбежит. Испугался на самом деле. Так, уже 19 минут ролик идет. Отлично. Я надеюсь, я прохожу как должно, по таймингу все быть. То есть не туплю нигде. О! Добро пожаловать в систему добычи газа. Сердце всей злой системы приюта. Весь газ, который исходит от машины, создается именно здесь. Этот газ называется красный дым. Сейчас этот дым идет в правую часть. Наша задача перенаправить красный дым в левую часть. Ага, вижу. Так мы доберемся до него. Скорее всего, в машине будет представлена парочка
безмозглых охранников, но не волнуйся, ты их одолеешь, я позволю, как только все будет готово. Опа, тут уже сейчас будут охранники у нас, а ну давайте попробуем, что у нас будет. Его? Нифига себе, ну так. Я думал, что его будет не сильно сложно, проводов валяется куча. Так, давайте разбираться. Кнопка. Ну так, понятно. Питания-то нету. Нет питания. Ну, давайте искать будем батарею. Классная музычка такая атмосферная играет. Так, смотри, не работает, нет. Так, ладно, давайте сюда в дверь тогда пойдем. Ну да, все правильно. Никаких больше перчаток нету, да? Только правая и левая. О! Что у нас тут? Что за звук стрёмный? Так, не могу нажать. Батарея есть. Пошли, батарею сразу вставим. Вижу. Так, значит, мы сейчас откроем там дверь, и тогда сможем найти синюю батарею. Чё фонарик не дать? Чё так темно? И что? А зачем я сюда пришел тогда? О! Представляете, как угадал? Фонарик появился! Очевидно. Так что это перчатка? У меня есть другая перчатка на колесико мышки. Что она может? Что она может? Подсказки не не? Ну вот какой-то знак. О! Оп. Ага! Ух ты, ё-моё! Все, я понял. Отлично, отлично, разобрался. Ой-ой-ой, будет сложновато. Куда там с первой части сравнивать? Там было прям намного легче. Тут сложновато. Так, сохранение, это означает то, что сейчас что-то будет нехорошее. Или я буду погибать. Экс. А, живой. Ага, мне надо с разгона, да? Ах ты, есть, отлично. Ага. Так, интересно, я допрыгну или нет? Есть, отлично. Так, думай, 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 думай. Ага, вижу телегу. Ага. Понял. Так я не допрыгну. Я не... Как я допрыгну? Так, ну здесь вот прям очевидно трубы сделаны, что мне кажется, мне на них надо запрыгнуть. Так. Так. Теперь допрыгну. Отлично. Теперь мы подвигаем еще ближе. И мне, получается, надо перепрыгнуть забор. Ну, есть. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это начинаются эти штуковины. А еще и красную жидкость нельзя ж падать. Так. Угу. Что у нас здесь вообще и мы имеем? Так, вентили ничего нельзя делать? Вентили нельзя ничего делать, это нет. Ага. Сверху. Запитаться потом этой штукой сюда. Хорошо. Так, ну она и так сюда направлена. А это? Куда направлена? Так, там ничего нет. А это у нас... О, получается, если я стрельну в эту, она пойдет сюда и стрельнет сюда. Так, ну надеюсь, я делаю все правильно, потому что что-то у меня такая чуечка, я тут буду долго сейчас страдать. Давайте посмотрим. А я ж могу спрыгнуть? Да ладно! Да что вы говорите? У меня получилось. Не?
Ну да, вот открылось. И что оно открыло? Ай, блин, не очевидно ничего. А ну. А, получается, теперь мне надо стрельнуть вот этой ту сторону. Так, давайте посмотрим, правильно я подумал? Так. А эту мы направим вот так вот. Теперь мы опять перепрыгиваем. Такс. Такс. Ну-ка. Ух ты, ё-моё, получилось. Так, все, дверь открылась. Так, отсюда я пришел, просто перепроверил. Такс. Отлично, отлично. Сохранение. 2 из 4 проводов мы запитали. Давайте попробуем нажать. Может, что-то получится? Просто интересно даже. А, он заработал? Так я ж не все сделал. А, мы переключали в среднюю. И когда я Ё-моё, ё-моё. И когда, получается, я запитаю еще 2 провода, у нас перекачается в левую часть, как и надо по сюжетке. Так, давай подсказочку. Вообще не понимаю, что делать. О, нет, кто-то отключил питание. Ага, так я отправил другой ключ. Это найдет... Использую, чтобы добраться до дома милого дома. Когда окажется внутри, резервный генератор здания. Удачи. Я там половину не дочитал, блин, так быстро иногда. А ну-ка. Чем выходить отсюда, короче? Куда идти? Кто-то отключил, говорит, питание, да? А ну-ка. Нет, это не работает. Давайте наверх поднимемся. Ага. Прыгать не умеет вообще. Тут ничего. Хорошо, возвращаемся. Может, мне еще на улицу надо выйти? Я так думаю. Давайте выйдем на улицу. Если мне игра не позволит выходить на улицу, значит, я тут не все сделал. Блин, если честно, чуть боюсь. Вдруг котяра выбежит, этот вонючий. О, все правильно. Так, 28 минут уже ролик идет, и пока я не сильно где-то тупил. Не знаю, как другие ютуберы проходили. Может, они быстрее меня проходили. Но я стараюсь, ребята, очень стараюсь. Тем более, я давно не проходил такие классные игрухи. Надеюсь, вы оцените. И напишите в комментариях, как вам такие ламповые прохождения популярных игр. А, ну давайте, короче, вернемся в то место, где я брал ключ. Может, там будет опять ключик. Возвращаемся. Правильно? Правильно, все, идем. Так, понятно, не сюда. Мне интересно, тут сейчас будет монстр или нет? Вот это уже очень интересно. А мне все четенько. Так, да, нам сюда. Сохранение. Хорош. Постоянно звуки слышу посторонние. Так, ну это я круг просто нарезал. Блин, плохо нельзя переслушать. Что она там сказала? Оли. Мальчик, девочка. Девочка, походу. Хорошо. Да, выходим, да, отсюда? Генерация газа. Там было что-то сказано, что я под статуей найду ключ. Да, вроде бы. Где эта статуя? Где искать? Так, начинаем немножечко, ребята, потупливать. Но я не виноват. Это все игра. Закрыто. Будем тогда прям просто бегать и клацать. Так, ну я думаю, что нам точно туда не надо.
Ух ты! Ух ты! О, прикольно. Так, нам сюда точно не надо. Куда идти? Я не понимаю, куда идти. Может, сюда? Да. Сейчас выясним. Чтоб я не выяснил. Давайте еще раз спустимся. Мне кажется, я что-то пропустил. Более было сохранение. Здесь ничего. Здесь ничего. Чуть просто не дать мне ключ. Почему его не дать просто? Вот скажи. Что не так? А может, у меня есть? Нету. Есть другая рука. А, ну фонарик у меня уже остается. Я это понял, хорошо. Так, ладно. Очевидно, что здесь ничего. Возвращаемся. Ну, давайте пойдем в эту сторону. Может, что-то все-таки произойдет здесь? Закрыто. Что написано? The Hour of Joy. Сейчас радоваться. Давайте сюда. О, там, кстати, вот как раз горит свет. Мне кажется, сюда мне и надо. Ну, я так думаю. О, отлично. Мне интересно, на том моменте долго люди, как я, тупили или нет? Или один я такой? Немножко подтраивал. Блин, ну прикольно, прикольно, сохранялочка. Вот тут, надеюсь, уже... Где код? Дремот. Их что, мне сюда... А я ж умру. А мне глючить не будет сейчас, друзья? Мне же глючить будет. Не? Хорошо, давайте сюда, в эту дверь. А еще ниже. Так, сохранение, это очень хорошо. Блин, мне кажется, в таких играх, когда такой длинный коридор, что-то будет нехорошее. О, ребята, чувствую, что-то произойдет сейчас плохое. Если я буду сильно орать или кричать, не судите меня строго. Потому что я очень такой эмоциональный человек, могу сильно дернуться. Ака. У нас радио. Не? Где руки? Где руки? Нет. Ни одной руки. Хорошо. Продолжаем. Опа. Утром поступили трагические новости. Местные власти сообщили об обнаружении тела мальчика в поместье скончавшегося Элита Члипиздрика, известного мастера игрушек и основателя компании Playtime. И личность ребенка пока официально не установлена. Тело нашли в бауле верхней спальни. Полиция сообщает, эксперты не смогли найти некоторые органы и кости. Блин, а что произошло? Подкинули, что ли? В данный момент неизвестно, является ли изъятие причиной смерти. Короче, оно так быстро, я хочу просто выражением читать, и не успеваю. Помехи. Ну, короче, я уловил, что умер мальчик в этой компании, где нету там ни костей, ничего. Или подставили, или игрушка замочила. Так, смотрите, давайте идти под царапинам. Рапины здесь. Значит, мы идем. Ах ты! Просили прокомментировать недавно и ужасающую находку. Людвиг был великолепным человеком. Все, кто был с ним знаком, понимали, что он способен. Не способен на это, конечно, он не смог совершить. И он всем сердцем любил детей, таких же, как он ребенок. Тело подро.
подбросили, это преступление становится еще более страшным. Я понимаю, в школе я немедленно читал, но я не успеваю. Иди за новостями. Как я и сказал, подкинули. Чё так темно, я нифига не вижу. Чё я темно? Помехи. Отвык, ребята, проходить такие игры. Надо привыкать. Ты не привыкал. Так. Как лабиринт какой-то. Нифига не вижу, вообще ноль. Хорошо. Там был тупик. А у нас было налево и направо, да? Телефон. А, слышу, 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 иду. Прямо вот здесь вот. Беги! Эй! Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Так, а куда бежать? Ну, давайте по царапинам дальше идти. А не может ли такое быть, что у меня глючит? Это же газ? Многие считают, что его замкнутость и таинственность, проявляющаяся с прошлым десятилетием, заставляет сомневаться в этом утверждении. Блин, я правильно иду? Что-то как будто я, знаете, по кругу хожу. Реально меня глючит. Я слышал что-то. Слышите? Не двигайся. Это жесть. Впереди будет долгое судебное разбирательство. Эй! Блин, 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 надо бежать скорей. Это кот, наверное, мне хочет найти этот. Вон кот прошел, я видел его. Дайте фонарик, хоть что-то. А где он? Ну это глюки, сто пудов. Меня глючит просто жестко. А, я круг-то резал. Что, кругами хожу, что ли? Что это сейчас было? Я просто сделал два круга и возвращаюсь назад. Может, не сюда? Ну, идемте сюда. Так, ну царапины, вижу, здесь идут. Значит, мы все делаем верно. Вставай. Давайте сюда будем идти. Вообще непонятно, куда идти. Ни подсвечивания, ни подсказок, нифига. Ты что, экстрасенс, что ли, вам? Я ничего не вижу. Темнотища просто. Не, ну со мной реально что-то происходит. Ну здесь тоже тупик. Короче, игра, ты что, издеваешься надо мной? Реально какие-то приколюхи происходят. Идем по царапинам. Блин, так-то царапины везде. Блин, а темно. Еще темнее стало, чем было, когда только сюда попал. Так, ну вроде бы сюда. Вот царапина сюда ведет. Ой, я чувствую, сейчас на меня этот кот вонючий выпрыгнет. Может, мне все-таки уже сейчас... Попустит, легче как-то станет. Ой, дверь открывается. О, прикольно, прикольненько. Так, что у нас здесь? О, кассета. Такс. О, морда Поппи Плейтэм. Приветствую наших сотрудников. Сегодня наш первый день в компании Плейтэм. Поздравляем. Мы уверены, что совсем скоро на фабрике вы обретете вторую семью, которая полюбит и поддержит вас так же, как и родная. Изучайте пространство, все двери для вас открыты. Обедайте посреди этого, и мы будем очень... Будет очень приятно. Опять быстро. Влияйте в компанию, которая расширяет границы современной науки. Хотите заботиться о детях? Тогда становитесь советниками в приюте. Вы поможете заложить фундамент для нашего светлого будущего. Каждому из вас отведена своя роль. Так что если завтра вас одолеют мрачные мысли в своих действиях и выборах, не волнуйтесь, ваши руководители обязательно вас выслушают. И... если вернешься... Что? Годы спустя?
когда ваша совесть изнутри вас. Смотрите, какая морда страшная появляется, когда ваша... Так, вы спуститесь во тьму и прах. Поймайте, что в будущем вас ждет только невообразимый ужас. О, Господи, страхи готовы сожрать вас. Быть может, они улыбнутся из тени, оскалами с торчащими мясом и пластмассой. Они заставят, затаят, ожидая своей очереди. Возможно, они дадут времени понять, где наше место в том оставленном мире. Теперь это их мир. Добро пожаловать домой. Ё-моё, что это такое, блин? Я сжал руки от страха. Блин, ну прикольно, прикольно сделано, вообще просто великолепно. Так, ну что, будем на этом заканчивать. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на наш Дискорд, Телеграм. Всем отличного настроения и всем пока.